Василий Ощепков – родоначальник дзюдо в России и один из основателей самбо. Он стал первым русским и третьим европейцем, получившим черный пояс под дзюдо из рук основателя японской борьбы. В 1930 году Ощепков провел показательное выступление под дзюдо в Центральной высшей школе милиции и был немедленно приглашен для преподавания там. В 1937 году Ощепков был арестован и умер в Бутырской тюрьме. Реабилитирован был лишь в 1957. В Сочи у здания Федерального центра единоборств «Юг Спорт» ему установлен памятник. В памятном турнире приняли участие 194 юноши и девушки из Москвы, Сочи, Краснодара, Геленджика, Тимашевска, Туапсинского района и Абхазии. Атлеты состязались в 9 весовых категориях. Победители получили дипломы, медали и призы. Также отличившиеся спортсмены награждены в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику борьбы». Приятным сюрпризом стало награждение спортсменов известным сочинцем, участником проекта «Голос» Нико Неманом, который также является мастером спорта как по дзюдо, так и по самбо.